Всем привет, ребята! Надеюсь, вы догадались, вы на канале Притикайте Квин. Пока Катя в школе, я хочу ей помочь убраться здесь, в комнате. У нас такой бардак, просто ужас! Я вообще даже не знаю, как нам нужно срочно разобрать все игрушки. А я буду читать ваши комментарии и расставлять дальше, что я сделала не так. Потому что вы все равно лучше меня разбираетесь в игрушках. А я только учусь вместе с вами. Нам пригодится вот такой помпончик. Тряпочки разные, какие у вас есть дома, и хорошее настроение. Ну что, поехали! Так как мы все время в разъездах все лето, то у нас здесь просто бардак. Вот здесь у нас куколки все разбросаны, и здесь у нас куколки все разбросаны, и здесь у нас все просто валяются, и здесь у нас бардак. А здесь у нас даже нет жителей в нашем кафе Enchantimals, потому что они все у меня в пакете. Ребята, я даже не могу найти, где какие куклы у меня. Вот здесь пакет. Ой, вот здесь коробки все. Я с собой брала. Вот здесь я с собой брала, снимала. И здесь у меня куколки. А здесь вообще ни одной. Все убежали. Для того, чтобы мне было удобно, мы сейчас вот эту вот полку положим вот сюда, а вот эту отодвинем туда. Приподнимаем и двигаем. О, можно даже не убирать. Вот эту полочку направо так уложим. Ну вот с нее-то точно придется убирать. Вот так мы храним шапочку Катину. Так, шапочку поднимаем, а там куколка у нас какая? Правильно, наша куколка Барби. Барби, привет, надо тебе косички заплести, правда? Вот вы знаете, все равно я люблю классическую Барби, мне очень она нравится. Да, пожалуйста, приведите меня в порядок, совсем волосы все запутались. Так, ладно, это в следующем видео. Мы с тобой наведем тебе косы разные. Хорошо, я подожду, когда вы мне сделаете прическу. Я бы хотела голову помыть, ведь у меня здесь прядка такая розовая. А мне нравится твоя прядка. Ребята, вам нравится вот такая прядка розовая? Катюша покрасила прядку розовую, такая здесь сиреневая, а вот здесь ярко-розовая. Ну ладно, давайте, я пошла. Убираем кафешечку. Ну а теперь, чтобы вот эту вот полку мне положить горизонтально, нужно все вытащить оттуда вам. Опустили. Теперь у нас, значит, нужно заполнить вот эти полочки. Здесь у нас, получается, будет домик Enchantimals. И вот так будет у нас выглядеть целая стена с Enchantimals. Ну, давайте посмотрим, что у нас получится. Теперь нужно протереть все полочки. Протираем все полочки, чтобы было чисто. Всю пыль вытираем. Ну вот, все полочки я протерла. Готово, можно ставить. Давайте начнем с верхней полочки. На верхнюю полочку мы поставим наше кафе Enchantimals. Теперь нужно все протереть. Беру свой любимый пуховичок. С труднодоступных мест я именно этим пуховичком убираю пыль. Здесь тряхнули. И здесь, чтобы пыли не было на наших листочках. На втором этаже с труднодоступных мест. И на первом этаже мы подготовили. И качельки тоже стряхнули. Пыль все. Ну а теперь нам нужно расставить здесь жителей Enchantimals. Наша хозяйка валяется вот здесь у нас. Ай-яй-яй, нехорошо. Да, нехорошо. Мне валяться тут непонятно где. Хочу к себе в кафе. Вы у нас самые главные жители кафе. Я вас самых первых туда возьму. Ребята, правда у всех радостное настроение, когда чисто вокруг и хорошо? Особенно в моем кафе. Наша хозяйка на месте. Всех приглашает в кафе. Как вы думаете, кто ей будет помогать в кафе? У нас целый второй этаж пустой. Срочно заполняем. Оказывается, вот в этом пакете я все куколок брала и снимала... Нет, не в этом. Опять не в этом. Нет, не в этом. Опять ничего не пойму. Куда делся у меня все принадлежности с кафе? Я даже не могу найти их. Предлагаю, пока я убираюсь и ищу все принадлежности кафе Джанглвуд, мы здесь поставим сейчас новую серию, домик. Тут у нас новый домик. Зима с летом. Как-то не очень, наверное. Надо поставить домик Данессы Олени. Точно. Ну что, приступим к домику Данессы Олени, заполним его. Начнем с крыши. Очистим крышу домика Данессы Олени. Раз, два, три, четыре, пять. Где наши все Enchantimals опять? Разбежались девчонки. И здесь нужно крышу тоже почистить. Тряпочку беру и все. Протираю. Вот здесь вот нужно очень аккуратно. Здесь
то у нас бумажные, поэтому сильно много воды и влажная тряпочка сильно влажной протирать нельзя, иначе испортится все. На балкончике тоже нужно освежить полы. Кроватку, подушечка, сердечко. Обнимаю, обнимаю. Подушечку положим на второй этаж, чтобы сладко спалось Данессе олень. У нас тут еще есть красивая одеялка с сердечками. Сердечко им будет укрываться. Вот у нас креслица. Красиво, что-то такое случилось. Все-таки я решила эту подушечку вот сюда, чтобы было уютненько сидеть на диванчике. На первый этаж. Туалетик на место. Вот здесь все-таки, я думаю, надо наклеить фольгу. А то какое-то зеркало не настоящее, правда, ребят? Ставим зеркало с умывальником. И вот такую душевую. Я придумала, давайте мы сделаем туда пену, чтобы там была пена. Вау, у нас такая пена получилась. А-а-а. Все как будто по-настоящему. Ванная ждет с пеной. Хе-хе, смотрите, как уютненько стало. Ну-ка я приму, наверное, ванну с пеной. У-у-у, как приятно. Я люблю ванну с пеной. У-ху-ху, классно. Скорее прыгай мне на ручки, спринт. Ух, как хорошо нам вместе купаться. Будем чистые-чистые. Правда, ребята? Вот это я накупалась. От души. Теперь вот посмотрите-ка. Волосы замочила. Теперь надо их приводить в порядок. Но нельзя же так ходить. Спринт, как тебе нравится моя новая прическа после купания? Ребята, а может оставите ей эту прическу? На Хэллоуин как раз подойдет. Да, оставим. Мне нравится ее новая прическа для Хэллоуин. Нет, до Хэллоуина еще далеко. Давайте все-таки расчешем ее. Ну вот, все, я привела себя в порядок. Пора. Пора теперь и дом в порядок мой привести. Правда, Спринт? Я хорошенькая, правда, ребята? Настало время на первом этаже наводить порядок. Убираем все лишнее. Протираем тряпочкой пол аккуратненько, чтобы было чисто. Угу. А постелька-то у нас для нашего спринта вся завалена аксессуарами. Уютненько нужно положить нам сюда одеялко для спринта. И отправляем это на первый этаж. Столик посередине. И поставим нашу любимую пепси-колу. Нет, не будем ставить пепси-колу. С полезным вкусным виноградом. И две чашечки под водичку. Пусть у нас здесь будет водичка. Теперь нам нужно расставить все здесь на первом этаже. Поставим столик. Как-то он у нас грязный, надо протереть. Слушайте, нельзя же тряпкой, которую я пол протирала, протирать стол. Пойду за другой. Вот у меня есть вторая тряпочка вот здесь с блестками, она такая шершавая. Оттирать что-нибудь. А я буду мягкой стороной протирать. Но все-таки не одной и той же тряпкой. Еще же с пола и со стола. В общем, протираем хорошо столик, стульчики. И у нас еще есть специальный стульчик с сиденьком. С сиденькой для маленького спринта. Осталось, например, поставить йогурт. И у нас здесь что-то жарится. Наверное, готовится омлет. Катюшка здесь омлет приготовила. Ну пусть на плите пока греется омлетик. Здесь достаю всех оленят, всех братьев и сестер. Тут большой есть олень. Вот еще у нас тут два спринта. Один смеется такой. Е-е-е! А другой такое удивленное лицо у него. Что случилось? Куда я попал? Давайте посадим спринта за стол. Вот. А второго рядышком посадим. Так, я хочу найти всех девочек Данессы и Олени. Сколько штук у нас? Давайте посмотрим. Да, давайте скорее найдем всех моих сестренок. Я нашла еще 4 сестренок Данессы и Олени. И значит, у нас их всего 5. Здесь у нас получается набор. Ветеринарная клиника Данессы и Олени. С маленьким спринтом. У меня здесь еще с Нового года прятки золотые. Надо голову помыть. Да, я с ветеринарной клиники. Всех могу полечить. И все, чтобы были здоровыми, главное. А вот это Данесса Олени у нас с большим олененком. И с Флаффи Банни. Это настоящий волшебный сад. Давайте же тоже их расставим рядышком. В набор волшебного сада, если помните, входила вот эта вот красивая большая ваза с цветами.
и с аксессуарами. Еще у нашей Данессы Олени волшебный сад. Такая красивая шляпка. Правда, она ей очень идет. Эти девочки, они шли отдельно. Мне вот этот спринт очень нравится, который смеется. Давайте его прицепим на ручку, чтобы он знал свою хозяйку. Мне он больше всех нравится, он такой веселый. Хи-хи, вот моя хозяйка. Вот у этой хозяйки, Данессы Олени, как бы их различать? Вот такой спринт с открытыми удивленными глазками. Ребята, я хочу, чтобы вы мне помогли посчитать, сколько у нас энчантималс. На данном этапе мы с вами нашли 5 Данессы Олени. Вот их, пожалуйста. Один набор, второй набор с цветочками волшебный. И вот этих вот мы поодиночке покупали. И вот это вот Данесса Олени, которая с домиком, и у нее ножки сгибаются. И плюс Флаффи Банни. У нас есть еще один набор «Волшебный сад», где есть вторая Флаффи Банни. У нее почти такая же шапочка, шляпочка, только ярко-желтого цвета и ярко-желтый волшебный сад. Давайте же тоже здесь поставим рядышком, чтобы они были вместе. Прикрепим наши аксессуары. Вот такой еще аксессуар идет к волшебному набору. Мне он так нравится. Очень красивая такая волшебная, волшебный сундучок, куда можно прятать разные секретики. Давайте мы положим туда речку от этого набора и морковочку спрячем. Вот. Это она, Флаффи Банни. Вот это в зелененькой кофточке. Это ее. Как бы мне не запутать. Надо их все-таки, наверное, поменять местами, чтобы самой не запутаться. Вот так у нас ярко уже получается. Здесь у нас еще должны быть аксессуары, но я их еще не нашла. Там чайничек надо будет найти. Я думаю, что потихонечку сейчас будем переключаться. У нас вот здесь еще нужно все разгрести. Помогите собрать качели, помогите, у меня тут все развалилось. Давайте поможем ей собрать качельки и всех ее сестренок найти. Вот такая у нас тут свалка с качелями получилась. Так, Скунси пока уберем в сторону, все это убираем. О, наша Белочка, мне она так нравится. Но пока ее в сторону, сейчас надо ее привести в порядок тоже. Один ботинок, куда второй? Где второй? Капец. А вот нашла второй ботинок. Грязно здесь сейчас протирать будем. Так, протираем, чтобы было чисто и приятно. Тряпку в сторону, листики. Собираем качели, подставку. Мне очень нравится этот набор. Смотрите, как красиво. Здесь сердечко. Оп, готово. И вот здесь нам нужно вставить лесенку. Готово. Качельку мы собрали. Давайте же теперь разбираться с нашими куколками. У нас получается 3 Felicity Fox. Одна у нас Felicity Fox, вот эта вот девочка. Она продается отдельно, насколько я помню, вот с этим вот маленьким флик. В таких ботиночках со зверюшкой. Мне очень нравится у нее вот это вот красивое платьишко с такими крылышками. Вот эта вот куколка у нас, которой сгибаются коленочки, она у нас как раз таки от этого набора качельки. Я хозяйка набора с качельками, я! Но мне не жалко своим сестренкам. И вообще, приходите со мной покататься на качелях. Кто любит на качелях кататься? Я люблю на качелях кататься и путешествовать тоже люблю. Ой, вот смотрите, у него какие классные глазки такие, смешные. Вот мне нравятся такие, можно глазки даже нарисовать, когда будем рисовать куколок. Здесь специальное такое отверстие есть, куда можно прицепить флика. И он будет кататься и никуда не денется. Кач, 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 кач. Ура, ура! И еще один у нас набор. Felicity Fox с фликом. Арт-набор. Здесь она рисует. Давайте найдем все аксессуары к нему. Во-первых, эта девочка, она у нас была с прической. Мы сейчас ей сделаем прическу, которая у нее была, когда ее продавали. Вот у нее даже здесь осталось, видите, 2 хвостика у нее было. Сейчас сделаем ей 2 хвостика. А вы делаете своим куколкам прически? Купаете их, интересно? Хи, давай вниз опустим. Хи-хи, мне так нравится моя прическа. Аккуратная, правда? Я люблю хвостики. Ну что, пойду рисовать. А где же все мои аксессуары? Помогите найти аксессуары. Сейчас поможем, конечно, тебе найти аксессуары. Вставай, здесь будешь рисовать. Пожалуйста, вам стульчик. Смотрите, какой красивый стульчик. Сердечко и лапка. Розовенький от этого набора. И красивый-красивый флик. И он такой интересный. Так, флик на месте. А вот и аксессуары.
стаканчик, две кисточки, настоящий мольберт. Мольберт у нас вот, сиреневый большой. А вот это у нас называется палитра. А вниз мы поставим сумочку. И вот у нас еще добавляются три Felicity Fox. Считаете, сколько у нас энчантимов? Вот уже порядок потихонечку наводим. Предлагаю вот это теперь все сместить и поставить сюда наш новый дом-шале. В общем, короче говоря, я вот это все вниз убираю. Девчулечки все валяются, девчулечки мои хорошие, все валяются. Это место у нас будет для домика-шале. Сейчас я вытру здесь, чтобы было чистенько. И на это место мы поставим новый дом-шале. Хорошо он смотрится здесь. Ну что, теперь жителей нового домика-шале нужно сюда, наверное, заселить.